По жестокости и безжалостности не было равных Розалии землячки Залкинд. Выходец из семьи купцов, она в 20-м году получила должность первого секретаря Крымского обкома партии. В декабре 20-го она заявила, что Крым необходимо очистить от 300 тысяч белогвардейских элементов. Чистка началась немедленно. Начались массовые расстрелы пленных солдат, офицеров, врангелевцев, членов их семей, не сумевших покинуть полуостров представителей интеллигенции и дворянства, а также слишком зажиточных местных жителей Крыма. Тратить патроны на врагов революции, по ее мнению, было неразумно. Посему приговоренных к казни топили, привязывая к ногам камни, грузили на баржи, а потом топили ее в открытом море. Таким варварским способом было уничтожено не менее 50 тысяч человек. Всего же под руководством землячки было отправлено на тот свет около 100 тысяч человек. Впрочем, писатель Иван Шмелев, бывший очевидцем страшных событий, заявлял, что жертв на самом деле было 120 тысяч.